Еще раз. Делайте шаг. Вытащите его. Еще раз. Шаг. Раз, два. И подворачивайтесь, делайте борсок. Что ты на меня смотришь? Встань сюда. Сейчас он слышит. Пошли. Да. Катерин, сюда. Ты идешь сюда. При бросках твои не болят. Выгоняйте так. Женя, большие толстые пистолеты. Делайте так вот. Ты распинаешься, или что ты делаешь? Я могу понять.
Да, Денис. Да. Миша, ты идешь сюда, Лисапе. Это твой партнер любимый. Любимый. Можешь бегать кросс? Нет, ну, вот сядь спокойненько. Милка, Саша, сюда. Сним. Ай, борьба на захват. Борьба на захват. Замучу его. Пошли. Пошли. Хелло, брата. Борьба на захват. Корпус, бери. Туловище. Ты не тот. Пошли. Да, иди сюда. Сюда. Петелин, туда. Стоп. Аккуратненько. Не назад, вперед. Давай, работаем. Чтобы он устал. Я тебя поменяю. Устал, сразу мне скажи, я поменяю министра, потом все будет. Макс, что у тебя там? Что ты там нюхаешь? Стой прямо. Зачем позвонить? Так, получится. Стоп, Мате, эй, это, я понимаю, есть бразильцы, но которые техника на грани фантазии. Как мячик, коп, остановил 40 метров, раз остановил, побежал дальше. У вас этой техники нет. Значит, если вы чувствуете, что вы проигрываете, можете проиграть, да? Значит, тогда защищайтесь. Понимаете, вот я говорю с человеком. Он, ну, начали бороться, я смотрю сильнее меня. Ага, значит, я меняю тактику. Не дух вперед стараюсь забрать, а стараюсь ему не дать. Я говорю, вот я минуту продержусь. Ставьте себе задачу поменьше немножко. Защищайтесь тогда больше. Не убегайте, защищайтесь, чтобы ему было интересно работать. А то. Слабый, блин, раз, руки, эй, бороться неинтересно. Джимен, пошли. Девочка. Тяжело. Конечно, а как вы думаете?
Почему я вам говорю? Работаем. Вот так, молодец, Миска. А вот приятный пацан. Так, стой. Эй! Аккуратненько. Стол сломаешь. Он деньги стоит. Мне Саша не жалко. Саня, я не понял. Он пришел. Нет. На один класс ниже тебя, и ты падаешь у него. У салаги. Я фигею. Не бросайтесь друг на друга. Молодец. Андрюха, соберись. Так. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Так, вот это и вот это. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Хорошо, еще минуточку. Так, куда ты едешь? Париж? Париж? Франция? Коко Шанель? Да, за духами есть. Духи. Вот, так, будем отвечать. Вот так вот. Один километр, это 3 минуты. Проехал? Да. 3 километра. Ваша задача – борьба с умом.